Леночка, сейчас я вам расскажу, да, как она построена, экспозиция. Значит, вот эта стенка, вот эти две, это Инесса Александровна Тумилова, почетный член Академии художеств Российской Федерации. У нее символизм. Это культурные коды Франции, символ. Дальше идет Федор Тумилов. Thank you.
Я тебе скинула. Идемте все сюда поближе, друзья. Сюда. Присоединяемся. Встаем в кружочек. И у нас очередной праздник. Но каждый день здесь праздник. Когда открытие выставки, это вообще особенные дни. И особенно это когда такая особенная. Простите за каламбур. К сожалению, не получается у нас последние годы куда-то съездить, посмотреть, полюбоваться. А в Доме ученых у нас то сокровище, сокровищница земли русской. Сейчас Франция. Спасибо большое нашим любимым художникам, которые дают нам такую прекрасную возможность увидеть, почувствовать, побывать там, ощутить. Так что всех с землей приветствуем на земле французской. И рассказать про выставку я приглашаю Ольгу Федоровну. Большое ей спасибо. Ей аплодисменты. Спасибо, Людмила Валентиновна. Вообще аплодисменты, конечно, всем нам. Слышно меня? Да. Значит, как возникла идея провести французскую выставку? Ну, мы давно сотрудничаем с художниками, и я знаю их биографии, и я знаю, что многие из них работали за рубежом, и даже если кто-то не работал за рубежом, они все равно пишут страны, потому что культура стран и мировая культура, она нам знакома с детства. В прошлом году мы начали год с выставки «Япония. Страна мечты». А этот год мы начинаем с выставки «Под сенью полей Елисейских». В выставке участвует 6 художников, и экспозиция выстроена 4 модулями. Вот первый модуль – это картины Инессы Александровны Помеловой. Я вам представлю потом всех художников, которые в символах отражают культурные коды Франции. А дальше у нас Средневековье, следы Римской империи, Византийской, на картинах Федора Валентиновича Помелова, они по правую сторону от входа. Стенка за мной называется условно «Увидеть Париж и умереть». Красивый весенний Париж. А дальше зал, в котором работы нашего замечательного Владимира Владимировича Литышева, цветоносные работы о Франции, не только о Париже, и главное о Средиземноморье Франции. И в маленьком зале у нас картины Ильи Юрьевича Даньшина, наших замечательных, красивых художниц Марины Бодриной и Татьяны Коночевой, и нашего мэтра Леонида Николаевича Шабаева. Они там в немногом количестве, но очень явно отражают Францию. Сейчас я вам хочу представить всех тех, кто подарил нам эту радость. Итак, почетный член Академии художеств Российской Федерации, художник Инесса Александровна Помелова. Инесса Александровна, прошу сюда. Наш мэтр, замечательный пушкинский художник, который рисовал не только весь мир, но и наша маленькая Пущино, и исторически оно в его картинах. Леонид Николаевич. Блестящие девушки. Татьяна Викторовна Конщева, город Пущино. Марина Бодрина, город... Можно я вас без отчества, да? Марина Москва. Замечательнейший Владимир Владимирович Литышев. И Илья Юрьевич дальше, но его нет, к сожалению, он приболел.
Федор Валентинович Помелов. Список его наград, ну, если я начну перечислять, я часа к пяти только так. Я думаю, что вы прочитаете. Он награжден знаком губернатора, благодарю, за вклад в художественное отражение земли московской. Ну, это я вот не могла не упомянуть, и он много раз стажировался во Франции, поэтому вот у нас... И много его картин. Много его картин. А теперь у нас с вами следующая программа. Уважаемые художники, мы для вас приготовили два музыкальных подарка. И я вас очень прошу, значит, послушать, уважаемые гости, и для вас, конечно, тоже, да, музыкальные подарки. Потом у нас фуршет, и вы можете взять бокал шампанского и с художниками пообщаться. А если у вас возникли какие-то мысли, и вы хотите поделиться с нами, да, по поводу этой выставки, то я вас очень прошу, мы предоставим микрофон, и Федор Валентинович на камеру, может быть, это снимет впечатление людей. Ну, конечно, сам могу сказать, если интересно. Он расскажет, он все расскажет. Ну, с художниками вы можете разговаривать уже. Итак, девушки наши музыкальные, расходитесь. Расходитесь, я не буду вас держать. Расходитесь. Анна, где? Анна Закоблуковская с очень нежным тембром. Замечательная певица наша пущинская. А то, о чем она будет петь, она расскажет. Добрый вечер. Мне очень приятно с вами находиться в этом замечательном зале. Я бы хотела вспомнить для вас композицию французского композитора Франсиса Пуленко. Называется «На дороге любви».
Спасибо большое, Анечка, вы доставили нам удовольствие большое. А сейчас еще один музыкальный подарок, но совсем другой, в стиле 50-х годов. И петь для вас будет Зоя Шмыкова. Наверняка не так, но как легки
в реку погружается в дела. И несмотря на настроение дурацкое, она такая же москвичка, как была. И несмотря на настроение дурацкое, она такая же москвичка, как была. Каштаны негры продают на площади Конкорд. Придет сквозь лампочек салют бесснежный Новый год. И парижане о своем задумавшись бежат. И Рождество опять вдвоем с подружкой Иша заполнит праздничный Париж вино французское, а ей пригрезится Москва белым бела. Она пьет водку, так как отданная русская. Она такая же москвичка, как была. Москвичка, как была, она такая же москвичка, как была, она такая же москвичка, как была. Спасибо большое. Если кто-то хочет сейчас сказать впечатление о выставке, пожалуйста, да, мы подаем с микрофоном к камере и скажем, можно и камере, можно, можно так. Есть желающие? Виктория Павловна, как преподавать? Мы начнем с Виктории Павловны. Да нет, у меня очень короткая заметка того, что вот когда я услышала, как сейчас прекрасно пели, мне показалось, что это возрождение того духа Дома ученых, который был здесь всегда, осознавание города многие-многие годы. Потом были разные волны, разные стили. Но вот именно сегодня, услышав музыку на фоне этих великолепных картин, мне показалось, что какое-то новое что-то великолепное ждет Дома ученых. Спасибо вам большое. Спасибо. Еще кто-нибудь хочет сказать? У кого-нибудь есть впечатление? Федя. А я тоже. Давай. На выставке. Да ладно, что ты это. Ирина Веленовна, дорогие друзья, собравшиеся, мы будем объяснять это тем, что, может быть, теперь у нас нет газеты, и многие узнавали информацию от газеты, может быть, поэтому теперь такое небольшое здесь количество зрителей. Но я хочу от себя сказать, что я всегда посещала все выставки в Доме ученых и с удовольствием встретила тех мастеров, которых я видела здесь и раньше. И я хочу сказать вам всем огромное спасибо, потому что выставка просто великолепна. Даже для нашего маленького города это изумительная выставка достойного столицы. Поэтому спасибо вам всем за ваш труд, за ваше вдохновение, за ваш талант. И, пожалуйста, радуйте нас и дальше. Мы вас ждем. Всего вам доброго. Спасибо. Еще кто-то хотел у нас... Саша. Буквально два слова. Александра Михайловна Черская. Буквально два слова. Ну, конечно же, я часто бываю на всех выставках, и восторг от сегодняшней полнейший. Потому что, в общем-то, очень разнообразная художники, я имею в виду, по технике. И удовольствие колоссальное, плюс еще музыка, которая звучала. И это, этот настрой, который создается, вот, ощущение, что ты действительно побывал во Франции. И, в общем, я считаю, что наши уважаемые, любимые, горячо мною дамы, Людмила Валентиновна, Ольга Федоровна, потрясающе создали вот нам такую ауру. И благодарю, огромную благодарность художникам, которые смогли вот нам доставить такую радость. И удачи, успехов и продаж. Да.
камера на вас направлена, там не надо ничего. Понятно, я вот конфету с коньяком съел, сразу захотел высказаться. Да. Ну, я просто вспомнил, хотел рассказать смешной случай. Часто, когда пишешь с натуры, а я все пишу с натуры, в основном, всякие происходят встречи, дети подходят, спрашивают, ну или дети, или нетрезвые граждане. Но вот во Франции был случай, я там вот дворик писал на юге Франции, это Сен-Матье-де-Травие, город, в 40 километрах от Средиземного моря, рядом с Монпелье, вот это вот пейзаж, который на мольберте, это вот там написано, это вот пик Сан-Люк, гора Святого Волка, так называется, да. Там в 70 километрах Арль, где Ван Гог работал, в 150 километрах Марсель. Мне удалось посетить эти города, и не только другие. И я стою, пишу, в 2009 году я был первый раз в тех краях. А там я вот рассказывал, я был октябрь, ноябрь, декабрь, 3 месяца жил в Доме творчества. В середине ноября плюс 25 погода. 300 дней в году солнце светит. Вот говорю, читаю, когда письма Ван Гога, он говорит, что я с ума сходил от этого солнца. Я там с ума сходил от солнца, потому что солнце каждый день такое яркое. И вот стою, пишу, и дети бегают рядом. И слышу, кричат, Матис, Матис, Матис. Ну, я так сразу, думаю, понимают? Они, в общем, бегали, опять что-то, Матис. Потом проходит час, и дверь открывается в одном из домов, выходит женщина и что-то по-французски говорит, и в том числе Матис. Оказывается, это мальчика Матисом звали. Дети за ним бегали, и его внук что-то кричали, Матис. А я подумал, что они меня приняли за художника. В общем, вот такая история, но смешно было. Да, мне было смешно. Так что спасибо, что я тоже добавил. Настя Александровна, я помню этот зал далеко. В 71-м году, с Валентином, 72-м, не Илья, а в 72-м. А ты, значит, 72-м, да. И, кстати, мы сюда с французами приезжали, потому что мы сделали вообще выставку персональную про вино, а у нас была целая колония французов, ну раз у нас французская, я понимаю, о чем я говорю, у нас была про вино целая колония французов, значит, они жили семьями, они, значит, у них было... На нашем ускорителе, на нашем мощнейшем, самый большой, самый мощный в мире был ускоритель. Мегеран приезжал к нам. Вот, и, значит, они свое устройство называлось Мирабель. Это какая-то камера была, Купер, да. И вот эти французы обслуживали, инженеры, техники обслуживали эту Мирабель, которая была подключена, значит, к нашему ускорителю. И они жили семьями, они приехали, у них было так много детей. Вообще для нас это, конечно, было что-то. У них там по 5, по 6 детей, все они бегали голые, холодно уже, мы там кутали наших. А они, значит, там в футболочках. Ну, в общем, не об этом речь. Когда мы... Я начала с того, что мы здесь сделали выставку. Это была такая для нас серьезная выставка после института, Дом ученых. Все-таки он у вас уже тогда был очень, так сказать, известен. Здесь выступали, многие показывали свои работы, московские художники серьезные. Вот. Французы, да, мы приглашали. Ну, вот когда у нас было про кино, значит, эти французы, которые от скуки не знали, куда себя деть, естественно, они пришли на нашу выставку, захотели познакомиться. Вот. И, значит, мы тогда задружили. Я помню, они нам, значит, первый Модельяне, книжечку там подарили, это вообще было. Ой. Ну, и, в общем, вот такая была выставка, была здесь замечательная. Здесь была у вас коряга, не знаю, кто-то помнит об этом. Помните, да? И вот я помню, что мы, значит, корягу посетили. Это была зима, это было холодно. И когда мы, значит, это все сделали, нас пригласили, ну вот уже не помню. Он был председателем этой коряги,
в общем, к себе домой. Армен Сарвазян. Армен Сарвазян? Не помню. Нет, конечно, он армянин. Может быть. Домой. В общем, они нас пригласили к себе домой. И помню, мы варили вареники с картошкой, пельмени, вареники. В общем, все было очень вкусно. Вот так я замечательно вспоминаю. Вот. И теперь я так и думаю, я вроде как надеюсь, что у меня будет выставка здесь в октябре, да? Будет, да. Ну вот. Так что не прошло и, как говорится, 3 года, как 50 лет. Спасибо. А, вот что касается этой выставки, да. Ольга Федоровна, вот вы знаете, это настолько вот сейчас вовремя это выставка. Вот год назад, ну, она для меня, по крайней мере, была бы, ну, выставка, как и у других. А сейчас почему-то я ее по-другому воспринимаю. Я понимаю, что, увы и ах, это может теперь сейчас вот, во всяком случае, в ближайшее время, смотреть только вот в таких залах. Вот. Ну, будем надеяться, что доживем до тех времен, когда можно будет еще вочию съездить, погреться на южном солнце Франции или в Париже там погулять. Спасибо вам за Ольга Федоровна, а можно мне вопрос задать в качестве как бы такого полемического вопроса ко всем художникам? Не хочу ничего говорить, потому что я еще не досмотрела выставку. Мария Владимировна Трошина. Да. А где люди? Где эти люди, которые живут там? Это вот там буквально 2-3 работы, где есть люди. А почему их там нету? Их там нету? Вопрос прям вот каждому из авторов. Куда делись французы и туристы? Покажите Моздегар. Нет, я сказала, что там есть несколько, но в основном их тут нету. Их там на такие толпы. Для того, чтобы написать Нотр-Дам де Пари, он вставал 5:30 утра. Да ладно тебе это. Подожди. Нет, это интересно. Я провокационный вопрос. В 5 минутах от Нотр-Дама, это Сите-Дар-Сите. Там тоже днем невозможно писать вот, там, такие толпы. Он специально вставал тогда, когда не будет этих туристов, которые не будут мешать. Поэтому, потому что... Вы не воспринимаете Марию Владимировну так прямую. Она действительно задает, она искусствовед, знаменитый искусствовед, она задает прямой вопрос, который будет провоцировать нас на другие выставки. Да, Маша? Да, я хочу сказать вам еще одну тему. Я просто как пленэрный живописец, я думаю, что все сейчас со мной согласятся, художники, кто пишет в пленэре. Вот. Когда пишешь с натуры, то хочется видеть, как правило, ну, впечатление. Да? Впечатление в основном состоит все-таки из каких-то свестовоздушных вот таких перспектив и архитектуры. Ну, для меня лично. Я думаю, что... Ну, я смотрю просто на работу своих коллег, я думаю, что они тоже видят это в первую очередь. И несмотря на то, что как раз на этой выставке я написала людей, потому что у меня там Мулен Руж, и нужно, чтобы было понятно, что там не может быть пустое. Но если посмотреть на другие мои работы, то я действительно делаю вид, что их там нет. Хотя, конечно, они везде есть. И мне кажется, что просто, когда ты пишешь на натуре, хочется именно представить образ этого места без вот этого визуального шума. Даже люди еще как-то более-менее вот воспринимаются в маленьких количествах. Да? А вот машины, вот это все, конечно, рекламы, это хочется как-то немножко вот... И поэтому, да, мы все, когда пишем, мы стараемся обобщить, мы пытаемся увидеть эти места, представить, какими они были, допустим, если бы не было вот этого всего визуального шума. Потому что, как правило, это старинная какая-то архитектура, которая имеет историю свою. Ну, не знаю, ответила я, не ответила на ваш вопрос, но вот я... Продолжаю полемику, можно? Да. Вы упомянули замечательно импрессионистов. Импрессионисты всегда были люди. Они, Париж всегда у них шумный, всегда полно людей, кареты их не смущали, да. Ничего. Поэтому, как бы, вот все-таки есть. Но на самом деле вы ответили на мой вопрос, как бы, да, что вы хотите уменьшить этот визуальный шум. Да, ну и вот как раз. Но я говорю, импрессионизм здесь неуместно.
я вот, кстати, тоже хотел дополнить. Да, говорила о том, что вот люди, да, ты пишешь, и очень много людей, дети, как правило, вот какие-то там праздно гуляющие там товарищи, да, подходят. И в какой-то момент у любого художника, который пишет в городе, а вот не где-то там на природе, да, есть такое желание там сделать какую-то табличку, не знаю, оградиться как-то. Потому что, ну, действительно, вот это внимание, оно очень тяжело воспринимается, и хочется абстрагироваться от этой толпы. Я думаю, что с этим тоже связано, скорее всего, то, что не все художники любят изображать людей. Мария Владимировна, у нас ремарка в названии выставки «Под сенью полей Елисейских. Франция глазами русских художников». Вот я и хочу услышать, хочу понять, почему Коровин писал «Париж шумный», а наши русские художники современные, где видно «Париж шумный»? А потому что мы постоянно живем с людьми, вот я живу в Москве, я жила какое-то время в Петербурге. Этих людей там, господи, они мелькают и мелькают. И хочется хотя бы в работах расчистить это все дело, и чтобы никто лишний раз не мелькал. Хочется писать архитектуру, улицы, дома. А как-то вот с людьми, я обычно их пишу, но вот в этот раз я не стала их писать на самом деле. И у меня работа с Каннами, две жаркие, солнечные. У меня сиеста, все отдыхают. И когда там сиеста, там реально никого нет. Там просто жарко, они все по домикам или по кафешкам, а у меня улицы, на которых я, наверное, единственный безумный человек, который ходит и в жару где-то что-то рисует. И там их реально нет. В сиесту и в жару. Нет, ну вот с 2 до 5 там города, вот эти южные, да, они реально вымирают. Они все вымирают. Да, и там вот это сиеста, да, это 40-45 градусов. Прямо, это, вы видели храм Василия Блаженного? Да ты еще больше художников. Мне оппозиция. Я хотел сказать, что вот в Париже, вот в большом вообще в городе, то есть вы же фиксируете все, как это себя. Вообще в большом городе все время проблемы найти место, где встать. Ну, то есть вот ты видишь красивое место, и вот в любом другом городе встанешь и напишешь. В Париже была проблема, то, что ты не можешь встать, увидя красивое место, потому что настолько плотный поток туристов, что вот они идут, что просто вот... А все, во-первых, эти закрыты, ну, дворики какие-то, все закрыто, то есть туда не пройдешь. А вот на улице, ну, на проезжей части же не будешь, где машины стоять, а вот в любом каком-то другом городе встанешь и пишешь. Ну, там один-два человека ходят, а тут толпы, и вот это была проблема. И что-то я еще хотел сказать. Вот, видите, я вам заставляю разговаривать. Какое-то, да, что-то еще всплыло. Да, рамы все могут пробить. Вы давайте как-то себя... А можно я еще добавлю вот эти проблемы, которые вы говорили? А плюс к тому, вот эти все туристы, вот мы, которые ходим, вот нам обязательно надо посмотреть, что пишете. А если мы узнаем, что вы русский, и поговорить надо, да? Согласны? Я по себе знаю, что и все. Потому что вот он свой русский здесь, вот пишет эту красоту. Конечно, обязательно надо поговорить. Поэтому вот оно, вот это вот движение. Не всем. Как ни странно, русским туристам больше всех надо поговорить. Да, больше всех. Я и говорю, как русским туристам надо. Именно, именно. Спасибо большое. По-другому. Очень интересно и здорово. Я вот замечал, сколько вот иду вот в каком, не в Париже, в каком-нибудь небольшом городке, иду с этюдником и с холстом по улице, ну, в какой-нибудь деревеньке, практически все, во Франции, да, практически все навстречу здороваются. Бонжур, бонжур, бонжур. Да, иду просто с рюкзаком в магазин, здороваются, но уже не все. Там через третью. То есть вот это уважение, то, что вот с этюдником, он, и мне, да, художник идет. И мне говорили, вот эти южане такие все скрытные, они никто к тебе не подойдет, особенно молодежь. Молодежь действительно, она вот на юге, они вообще в упор не видят. Ну, вот ко мне никогда не подходил. В основном пожилые. Но я сколько раз стоял, не в Париже, а вот на юге Франции, а, кстати, в Париже, выходили, бокал вина выносили. Приглашали к себе на луковый суп в гости. Это вот на юге. То есть вот, да, и причем ни я не знал французского языка, они не знали русского, но мы находили тему, они показывали, там показывали книги, вот Юрий Гагарин, там это, то есть вот как-то что-то пытались. Ну, то есть вот, во всяком случае, хорошо. Взаимопонимание. Да, вот именно то, что ты вот рисуешь, понимали, да.
смотрели, как на дурака, наверное. Вот все ко мне, там одна бабушка там ходила, Баку. И не мог, много работал, но оказалось, что она еще каждый день работает. Там обычно вот этот дом творчества, там приезжают, не знаю, на Армении, ну, а я там вкалывал каждый день. Ты скажешь, что ты ни одного не видел. А, вот туда хотел сказать, в Париже. Я в 11 году был в сетализат в этих международных мастерских. А, да это халтурщик. И в течение двух месяцев ходил писать. Ни разу не видел ни одного художника, который пишет с натуры. Казалось, в Париже город художника. Единственное, я тот, когда я забрел на... Где эти художники? Как это называется? На Монмартр. И то, я туда зашел, пришел... Вот, кстати, вот написал, это я как раз в тех местах бродил, большой холст, и на меня эти художники так посмотрели, как на конкурента. Конкурент, да. Я оттуда быстрее ушел и встал где-то там, этот секретер написал. Ну, то есть, мне, казалось бы, город художник, никто с натуры не пишет. Да. Потом я пригласил к себе президента, когда сделал Open Studio в конце президента в этого сети, ну, он посмотрел на мои работы. Ну, говорит, это вы, у вас 19 век. Для нас это 19 век. Вот. Для нас вот интересно, что современное, ультра. Вот пригласил, а там не только художники, там и музыканты стажируются, и архитекторы. Он пригласил, говорит, вот у нас сегодня румынская группа будет вечером выступать, вот мы и грант даем. Вот это то, что нас интересует. Это вот новое что-то, вот модерновое. Приходите, вот как бы поучитесь. Я пришел на этот концерт, я не смог 20 минут выдержать. Потому что это так какой-то ультразвуки какие-то, жуткие вот эти вот, поиск, ну какой-то, да. Я так еще сижу, смотрю, почему все сидят, никто не уходит. Я не мог сидеть, у меня прям это, ультразвук. Вот это им интересно. А для них вот это 19 лет. Ну, в общем... Сколько в среднем занимает одна картина? Вот одну. Сколько раз нужно выйти? А, я пишу а-ля прямую в раз... Но чтобы за один раз написать, надо было учиться в художественной школе сначала, потом в художественном училище, потом в художественном институте. И до еще этих школ еще я много, практика большая. Ну и 3-4 часа я пишу холст. Но это же я выставляю только удачные. Я, допустим, чтобы вот этот один холст написать удачный, у меня 15. Которые меня не устраивают. То есть, ну, срежьте, может быть, 10, но... то есть, я люблю в один раз писать, в один сеанс. Для меня главный враг – это или дождь, или снег. Вот если это зимой, который могут согнать. Потому что у меня нету зонта, никогда зонта не написал. В общем, а как же это все провести потом? А, да, это целое было... я это все... Ну, дело в том, что я боюсь на самолетах летать. И я во Францию все время ездил, один раз на автомобиле на своем, да, на юг Франции, а так и не на поезде, на автобусе. Я раньше ходил автобус из Москвы до Парижа два раза в неделю, курсировал, двое суток шел. Вот, и без ограничений багажа. Я брал чистые холсты, несколько подрамников, модуль одинаковый, и к ним делал пачки холстов. То есть, ну, чтобы не тащить эти краски, все брал, тряпки, разбавители, и загружал в автобус, и ехал до Парижа. Ну, а потом, да, была проблема, надо было на другой вокзал перебраться, вот, когда на юг Франции. Но это была отдельная тема, потому что парижское метро – это тихий ужас. Практически нигде нет эскалаторов, везде надо пешочком, то наверх, то вниз, вот с этими... Да, ну и это... А назад я везу уже как вот то, что на юге, там мне дали студию, и там можно было прям к стенам прибивать. Я вот напишу холст, снимаю с подрамника, степлером прибиваю его к стене, он сохнет. Да, потом, когда там через два месяца, я эти все холсты к одному подрамнику деревянному набиваю, такая пачечка, и мне потом эти, ну, загружаю, потом, ты что, телевизор везешь, что ли? Да, телевизор. То есть даже не про это. Туда я везу чистые холсты в Евросоюз, а назад, ну, это мои, я там в конце, сзади писал по-французски, по-английски фамилию, чтобы там эссе, но ни разу меня не проверяли, и вот вывозил, никогда никаких разрешений. То есть вот и...
Ну, мы сейчас это уже начинаем учить. Я знаю способ. То есть вы там подолгу прям жили, да? Ну, как подолгу? Ну, 2-2.5 месяца. Ну, да. В 2011 году вообще 2 месяца в Париже, потом 3 недели в Италии, потом на юге Франции, и потом, в общем, такой был круиз. Спасибо. Я думаю, что сейчас... Thank you.